Самая трагическая морская операция за всю историю войн на планете. Командование флота не смогло предотвратить массированного применения противником минного оружия. Гибель в морской пучине более 15 тысяч человек. Отвага и героизм моряков Балтийского флота. Ты, Сталин, да. Теперь на Ленинград дорога открыта. Отходим. Не горюй, Флотский. И на нашей улице будет праздник. 29 августа в Центре русской культуры состоится показ фильма режиссера Олега Беседина «Прорыв». Фильм посвящен 72-й годовщине перехода Балтийского флота в Кронштадт. Мы приглашаем всех желающих прийти посмотреть этот замечательный фильм и вспомнить события тех лет.